Тигр по кличке Барсик из Тверской области переезжает в зоопарк города Старый Оскол. Теперь он будет жить в условиях, близких к естественной среде обитания. Подробности в нашем следующем материале. Старые апартаменты большого кота располагались на 141-м километре трассы М-10. Барсика подарили хозяину придорожного комплекса еще тигренком 8 лет назад. С тех пор уходом за животным занимаются сотрудники стоянки. Они создали все условия, чтобы жизнь тигра была комфортной. Жалко, что уезжает наш Барсик. Его 9 лет кормил говядиной. Летом 5 килограмм, ну, зимой побольше 7. Однако зоозащитники посчитали, что в зоопарке с приближенными к естественной среде условиях Барсику будет лучше. Некоторое время назад с Барсиком был связан несчастный случай. К жившему на автозаправке тигру попытался проникнуть в клетку пьяный дальнобойщик. Животное напало на незваного гостя и сильно повредило ему ногу. Мужчина позднее скончался в больнице. Поэтому и решили в июле этого года подписать соглашение с руководителем Старооскольского зоопарка о передаче хищника. Первый этап – это было подписание соглашения о намерениях, когда две стороны договорились. И, соответственно, сегодня был подписан договор дарения. То есть собственник не стал выставлять никакую сумму для зоопарка, понимая важность данного мероприятия, и сделал это абсолютно безвозмездно. Теперь Барсик сможет жить в комфортных условиях и, возможно, создать семью. В Старооскольском зоопарке уже содержится самка бенгальского тигра. И есть все условия для жизни диких кошек.